Когда происходит бесконечное раздражение на человека, то я рекомендую использовать в противовес этому состояние сострадания. Можно сострадать человеку. Когда начинаешь видеть, как человек тебя раздражает, и не можешь послать то чувство, которое в тебе возникает, то начинай сострадать этому человеку. Говорить себе: бедненький, вот не получается у него ничего. И после этого можете его погладить. Почему? Сострадание является высоким духовным элементом, который помогает человеку. Вот смотрите, человек страдает, а когда вы ему сострадаете, то это ему помогает. Понятно. Поэтому нужно человеку сострадать, если он кричит. Когда человек кричит, он страдает. Тогда что нужно делать? Не кричать же ему и страдать. Тогда кто будет сострадать? Тогда что нужно сделать? Когда человек кричит, ему нужно сострадать. То есть человек говорит: вот там сколько можно. Говорит: да, так и есть. Да, бедненький, конечно, и мне тоже там. А еще, если вы мужчина и видите, как кричит женщина, запомните первое правило. Оно звучит так. Если женщина кричит, что бы вы ни хотели сказать, ничего не говорите, молчите. Это самое лучшее, что может произойти для нее и для вас. Потому что женщина – существо, бесконечно накапливающее чувства. Также могу сказать, что женщина – существо, которое возбуждено всегда. Оно возбуждено в мозгах, в чувствах, в физическом теле. Возбуждение всегда, во всем. А мужчина – это временное возбуждение, то есть в основном он успокоенный, а потом проявляются вот эти элементы, там возбудился, не возбудился и так далее. И из-за этого женщина, она всегда возбуждена, а возбуждение, оно подразумевает бесконечное желание. Когда человек возбужден, то у него появляется желание, а когда желания, они должны как-то выплескиваться. И когда желания не исполняются, и они выплескиваются, то происходит непонимание мужчины. Что нужно сделать? Мужчина должен выслушивать эти пожелания, даже несмотря на то, что они громкие, и поддерживать этого человека, но 100% не стараться воспитывать. То есть не надо ни ультиматумы, ни крики, ни вытаращенные глаза, ни «я уйду», ничего этого не нужно. Мужчины и женщины по-разному вообще воспринимают окружающий мир, по-разному ведут себя. Если женщина кричит, это не значит, что она к вам плохо относится. Если женщина кричит, это не значит, что она хочет расставаться. Если женщина кричит, это не значит, что все плохо. Просто она кричит. Покричала, после этого подождали, и после этого возобновили общение и все. Дело в том, что если не давать женщине кричать и затыкать ее все время, то она будет вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь кричать. Вот смотрите, у меня чашка наполнена. Она пока не выльется, она будет все время набрата, понимаете? Вот она начинает выливать то, что в ней накопилось, а вы обратно ставите. Она начинает выливать, вы обратно ставите. Что нужно сделать? Так пусть выльет уже, слушайте, пусть выльет, пускай выливает. Нужно это все выслушать. Если есть обвинение, сказать: да, действительно я виноват, каюсь, больше этого не будет. Ну и все, даже если это не так. Кто умнее? Обычно мужчины, знаете, они делают так: я все равно докажу, я все равно докажу, при этом я умный. Нет, умнее тот, кто сдержался. Раз мужчина считает себя умным, считает себя руководителем, значит, он должен знать первое правило руководителя: выслушай и сделай все, как тебе нужно. И все, я никогда не кричу в семье. Почему? Я всех выслушиваю. Я несколько раз выслушал вот в своей жизни, и после этого это все закончилось. Почему? Когда выслушал, после этого поддержал, после этого договорился, и после этого на это...